Я только в этой связи вспоминаю одну песню группы «Ленинград». «Москва сгорела целиком, пожар на площади на Красной, и тлеет бывший избирком». Вот. А что было, когда не было Москвы? Вспомним историю, господа. Это разрозненные княжества, если я правильно помню, которые в какой-то момент объединились, в какой-то момент вначале они воевали, но перед внешним врагом они объединились в какой-то момент. И Москва – это символ объединения перед, не скажу внешними врагами, а скажу перед всемирной конкуренцией. Потому что слово «Москва за нами», оно, конечно же, архетипично, оно прямо в подсознании людей. Дальше некуда, Москва за нами. Это ключевая фраза. Единственное, мне бы не хотелось, чтобы Москва стала нарицательным именем сборища бюрократов и взяточников в коридорах власти. А люди здесь такие же классные, как и везде. Я это вам могу точно сказать.